Зашел, короче, в Раст подфармить. Сейчас посмотрим. Что-то я не понял. Не на тот сервер зашел. Пусть летит, сейчас, короче, 4 утра. Пусть летит аирдроп. Я там еще с настройками повозился со всякими. Надо сейчас посмотреть, ничего там у меня тормозить, лагать, глючить не будет. Надеюсь. Испугался я. Это опять они, боты. Он летит, мой самолетик. Повезло, короче, я узнал про эти консервы. Они с 50% вероятностью пойдут на пользу или нет, вот эти вот соленья. Поэтому они то восстанавливают, то нет хп. Аэродроп сброшен. Ого, тут фиг дотянешься еще, чтобы потрейдить. Ну, тут, оказывается, неподалеку пещерка есть. Проверять, что там, я, конечно, не буду сейчас. А, так этот негодник, оказывается, прям рядом был. Рядом с домом, которого меня убили. Он прям по прямой от моего дома. Конечно, аирдроп падает не очень точно в диапазоне в определенном.
Отлично. У меня получается два еще вот этих. Два вот этих. На 3,5 дня я загрузил ресов. Шкаф. Тут вайп уже сейчас будет, но тем не менее. Что-то я угомониться не могу, охота вот этих придурков как-то зарейдить, блин. Но как? Ни хрена себе, кирка, короче, для камня вообще больше не добывает дерево. Жестко. Раньше она со штрафами, ну, сколько-то хоть что-то добывала, а сейчас вообще нет. Но мне надо для билдинг-плана найти эту дерево какое-нибудь валяющееся. Может, туда подстройку могу сделать. Я не знаю, какая там сейчас механика. Раньше можно было подстройку сделать. Нашел камень, хотя бы камень сделаю. С него уже, ладно, дерево добуду. Билдинг план. Раньше вот такие можно было. О, можно, кажись. Тут просто прихожая, я мог сюда проникнуть, но толку нету. Могу, конечно, вот эту взорвать дверь. Там, скорее всего, тоже ничего нету, блин. Если тут хотя бы подсмотреть чуть-чуть. А вот к этим она не ставится так. Тут слишком высоко. А стену временную тоже сюда, да, не ставится. Нифига себе, тут винтовые лестницы добавили. Но я тут просто тестирую, что тут вообще можно поставить-то. Хоть что-нибудь можно, но фундамент, понятно, нельзя. Ничего, походу, нельзя. Но это не то, конечно, что нужно. Хотя... Ну вот так, ну а как я на них запрыгну? Никак. Никак я на них не запрыгну, толку-то. Ты если бы вот оттуда как-то сюда допрыгнуть, а тоже как это? Если я упаду, то кипец будет. А сюда уже нельзя. О, и это уже... О! Нет, нет, не ставится, зараза. Так бы точно допрыгнул. Нет, не ставится. Так, ну что, все равно вайп. Так что одену-ка я самое лучшее. И пойду, так сказать. Можно вот эту вот фигню взять, зарядить сюда немного на всякий случай. Немножечко того, немножечко всего. И вообще, конечно, там уже будет близкое расстояние, там уже лучше оружие взять, дробаш. Если кто-то придет, мне больше дробаш пригодится. Так, вот это можно еще взять. Что бы еще бы такое взять? Ха. Можно лук вот с этими стрелами, я сомневаюсь, что мне столько требуется.
Так. Можно вот эту лоховскую кирку. Какая-то есть, сишки есть, все есть. Все, чем мог, взял. Ух, ну и чё? Блин, сейчас ночь, правда. Лучше дождусь, когда посветлеет немножко. Хотя... пошло ну все нафиг. Пойду прямо сейчас. Главное не заплутать. Ни хрена себе, там спальник за километр виден. Светится, блин, как новогодняя елка. Так, вот этот лучше мне разрушить. А, зараза, хрен я до него дотянусь, да? Ну из лука, чтобы не так шумно. Поесть забыла. А, ну что ты будешь делать? А, да я эту хрень хоть использую. Плайеры. Нормас. В чем-то пригодились. Ну-ка, как так? Ну, почти не видно. А, зараза, здесь вот видно. Просвечивает сквозь металл. Как раз этому. Это так и спит, кстати, у меня тут. Да. Так, ну я здесь. Давай сюда один файл. Файл. Да, я почти ничего не вижу. Вот это тоже надо уничтожить. Чтобы вражинам было труднее определить, где рейдят. Так, ну, я полагаю, давайте приступать. Как вы думаете, если я вот туда отбегу, меня не заденет? Или лучше вот сюда. Ладно, давай, чтобы точно мы не потерялись. Ага, действуем незаметно. Но там, скорее всего, будет еще одна дверь и мне кирдык. Господи, я не рейдил 100 лет. Да. Я был прав, здесь еще одна хрень, а это что такое? Это что, сигнализация? Он, прикиньте, ему сейчас на это пришло, что его рейдят. Лол. Так, ну, чисто технически, либо здесь лутовая, либо вот здесь, потому что здесь двойные двери. Вообще, мне бы, конечно, понять... Блин, мне ХП очень сильно не хватает, вот этой, чтобы посмотреть, где ХП. И какую стену я могу долбить? Это внутренняя стена или внешняя, как понять?
Хватит ли у меня, допустим, чтобы эту дверь взорвать, две вот этих хрени? По-моему, три нужно. Ты что, угораешь, что ли? Осечка? Что она долго горит по звуку, блин, сейчас еще бахнет. Блин, мне очень стрёмно. Реально осечка, охренеть. Надеюсь, если... Да ты... А, 180. Больше половины я снес. Но, блин, я охерею ее долбить, конечно. 3, 4, 5, 6, 7. Этих кирок у меня, конечно, не хватит вообще. С другой стороны, сейчас аирдроп летит. Надо за ним. Хотя скинул, я даже не вижу, где он скинул. Опа. Тут, конечно, много всего прикольного, но... Это чё? Нет, это тайник просто. Блин, я не вижу, где он сбросил. Он реально, что ли? Он не сбросил ни хрена, или чё? Я не понимаю. А, вон там, что ли, он сбросил? Так далеко, это я не успею. А на карте тут интересно как-то показывается, что он сбросил-то. Ни хрена, походу, не показывается. Вообще, бегу уже 100 лет, он ни хрена не приближается. Очень далеко сбросил, и он, получается, в начале своего пути сбросил. Да. Я его потом еще хрен найду там. Ну, ориентир, получается, вот этот F-17, G-17, вот сюда откуда-то. Нашел я пока еще C4, зато вижу какого-то лоха. Может быть, он тоже бежит к аирдропу? Походу, да. Сучонок к аирдропу бежит. Он сейчас там может взять оружку и меня закрошить. Он, по
походу меня спалил, уже выбрасывает что-то. Мне нужен одиночный, да. Чтобы его подстрелить, этот зеленый. Where is airdrop? Where is airdrop? Where is airdrop? Do you speak? Нехуя. Do you know that tomorrow is wipe? Окей. Ну, до хера, конечно, у него лута. Но завтра вайп, так что он мне нахрен не нужен. Он хотел построиться по-тихому, так что я не буду его убивать. Даже дам ему хилок, ничего не стал брать. Да, смысл мне с него это. Я бы его убил, конечно, если бы это... Завтра все равно вайп, я мегахату не собираюсь строить. Do you speak English or Russian? No? Окей. Good luck. Кирку нашел. Вот моя награда. Он, походу, специально ночью проснулся, чтобы ночью это... Блин, где аэродроп, зараза? Мне спортивный интерес чисто, мне даже пофиг там... Вот здесь вот, блин, если бы он упал, его было бы видно. Но его ни хрена не видно. Почему же на карте не помечается, куда он падал хотя бы? Это что за херня? Три кабана? Нет, спасибо. Может, это аэродроп вообще кто-то вызывал, так же, как я ночью. Вот я на другом берегу, блин. Уже еда скоро начнет заканчиваться. Такую даль ушел. Так, что тут у нас? Опа! Так, давайте я, во-первых... Ах ты, зараза, собака. Волк, точнее, какой-то. Ё, а это что за херня? Сквозь какая-то. Вообще, черти, куда добежал? Короче, нету этого аэродропа. Не нашел, слишком далеко, зараза.
Сейчас я немножко крюком назад пройду, чтобы как бы большую площадь охватить. Может, конечно, я его где-то увижу, но уже понятно, что шансы стремятся к нулю. Вот так вот он падал, вот так вот, там вот где-то как будто. Может, он, конечно, слился, я его не замечаю, но вряд ли нету. Просто там могла бы быть сишка или взрыв пакета, и мне как раз бы они. Но не судьба. Опа, подожди, это аирдроп? Все-таки нашел? Неужели? Ошибся, ну, малости ошибся. Ну, зашибись. Блин. Куда мне это все класть нахрен? А, в принципе, с этой хренью хрень. С этой хренью хрен, правильно? Ух ты, тут какие-то лопаты, топоры. Могу вот такой мапмин сделать. Большой аккумулятор. А это что, прости? Баллон с воздухом, ни хрена, воспламенитель. Вот это, кстати, это радиоприемник. А, я думал, это какая-то это турель. Ну, неплохое место. Я бы даже тут что-нибудь у них это свистнул, но вроде у них такое все бомжатское. Это что, коровий колокольчик? Музыкальный инструмент, короче. Чё? Кепка бейсбольная. Бензопила. Ой. 90 топлива, кстати, неплохо. Ладно, кроме шуток, я сейчас начну загибаться от голода. Мне нужно сделать костер за место чего-то, за место вот этого. И убить какую-нибудь тварину. И съесть ее, пожарить. Неплохая снаряга. Блин, ну гранаты, я не знаю, помогут ли они мне эту дверь довзрывать. Надеюсь, да. И надеюсь, что там, опа, хозяин не пришел, этот мудацкий. Опасно я иду, конечно, немного другим маршрутом. Ягоды сожрал, но этого мало. Кукуруза. Блин, херовая.
ночные рейды, блин. Я слышу курицу. Блин, чё я зафармил, если не то, что мне надо? Давай, готовься, блин. Смотри, зараза, как долго готовится. Все, даже домой. Ну, лучше зайти, конечно, домой, потому что у меня оружия много, но можно и не заходить. Посмотрим. Почему я говорю, что Rust это самая лучшая выживалка и так далее и тому подобное вне конкуренции? Потому что, в принципе, наверное, это единственная игра. Я не знаю, может быть еще Mountain Blade иногда, но не всегда. Но Rust это единственная игра, в которой в замесах на официальном сервере у тебя реально руки дрожат. И ну такой мандраж. Вот, ну когда ты рискуешь реально чем-то, потому что ты там, грубо говоря, фармил эти ресурсы, да, тратил время, силы, тебя могут там убить или еще что-то, то есть очень напряженно это, высока цена смерти здесь, наверное, самая высокая из всех игр, потому что нигде не представлено такого строительства и такой жести, как бы есть там какие-то аналоги, скамы и прочее, но на самом деле, будем честны, они рядом не стояли, как бы там есть, да, что-то свое, какие-то свои фишки у тех игр. Но до Раста там, это совершенно не уровень Раста даже. Не на уровень они ниже, а на несколько. Про DayZ я вообще молчу, DayZ вообще слитое. Так, а тут у нас что? Опасно всегда в такие дома заходить. Могут быть турели, которые ее сразу убьют. Такие потолочные, их не слышно. Ну, естественно, если вы играете на каком-нибудь модифицированном сервере, то вы скажете, типа, да чё за бред, какие нахрен руки трясутся, вообще пофигу на ресы и прочее, и прочее. Но вы так скажете, потому что на модифицированных серверах там вам за один удар кирки там выпадает там 1000 камня сразу, да. Естественно, понятно, что там ценность жизни низкая, ну, потому что умер, у тебя там 10 калашей скрафчено и все, а тут... На официалке, например, калаш или болт, это такой раритет считается. Ну, может быть, у супер-мега-кланов это, конечно, и фигня. Но в основном это считается раритет. Так, я почти дошел до дома, главное, чтобы сейчас сюрпризов никаких не было. Очень мало восстанавливают.
Так, там опять кто-то взрывает, я слышу. Надеюсь, это не мой дом. А, точнее, не тот дом, который я себе наметил. Взрывают сволочуги. Так, что я хотел? Конечно, многое не рассортировано, но ладно. Зажигательные, ладно, пусть будут. Так. Ну, погнали, попробуем так вот. Сейчас заодно узнаем, может, хозяин уже проснулся и это... Дверь воткнул себе. Все чисто. Отлично. Ух ты, 121. У него что? Она что, регенится? Что за приколы? Это что за прикол? А, потому что там в этом. И что? Ты хочешь сказать, что я теперь. И ты хочешь сказать, что Грена не дамажит? 125. Да ладно, ты хочешь сказать, что Грена дамажит 1 хп? Двери? Серьезно? И, короче, она регенится. Жесть. А если зажигательными патронами, ну-ка? Видимо, нарезы из шкафа. Ёб твою мать! Охеренно. Ну кто же знал, что они так отскакивают? Ну вот это что называется, долго не играл чисто. Кто же знал, что они рикошетят теперь и причем отскакивают в тебя? Я понимаю, конечно, что они, может быть, и в реальности так делают, но когда я играл, были зажигательные, но, блин, ничего подобного не было, чтобы они там в тебя рикошетили и все. Я больше скажу, даже эффекта не было никакого от них особо. Так, и ХП у двери точно такой же, какой и было. Не. Только если все-таки ее подолбить, может... А вот это вот нет. Нет, бесполезно, кирка ломается быстрее. Я в чате напишу, русский есть. Короче, я так вам скажу, это нереально. За вот этой вот херней. Уже стрелять стрёмно, господи. Короче, до хрена я расстреливаю по ней. Вроде гвозди потом можно обратно лутать. Но хп ее ничего не уменьшается. Так, давайте дубль 2, только аккуратнее. Ну, все зажигательные я обстрелял. Ни хрена, да, блин, ей похеру на них, жесть. Ну-ка, пароль.
Ага, ты когда не угадываешь, тебя бьет током, да? Еще ХП снимает. Короче, все. Ничего не сделаешь тут. Сейчас, конечно, посмотрю на аэро, если мне повезет, здесь выпадет сишка, но это бред. Не выпадет она. Или хотя бы взрыв пакет этот долбанный. Можно посмотреть, короче, что можно у разбойников там залутать. Нет, нету там того, что мне нужно, но зато вы сами слышали, что есть. Что, пойдем туда? Уже терять нечего, как говорится. Конечно, их там несколько, я все это знаю. У меня еще закончились даже эти хилки. Тут показывает, где взрыв был или что-то типа того, или ни хрена не показывает. Ни хрена не показывает, да? Мне показалось, или там кто-то говорил? Вроде нет. Меркалось. Но ночью тут вообще хрен, что найдешь. Я вижу, кажется, там летит еще один аирдроп. А, нет, это вообще вертолет летает, это не то. Короче, они перестали взрывать, я не могу найти место. Оттуда взрывы еще были. Сюда это значит К6, К5, вот здесь вот где-то, может быть, вот здесь вот К4, К5 вот оттуда. По идее, взрывает какой-то дом рядом вот с этим шаром. Вряд ли бы этот деревянный стали рейдить. Вот здесь что-то должны рейдить, наверное, или где-то рядом. Еще бы один взрывчик, всего лишь один взрывчик, я бы их нашел, думаю. Это NPC просто, скорее всего, ли какие-то эти эффекты. Вот ту, что ли, базу рейдит? Это две здоровых базы, в принципе, да, возможно, что-то из них рейдит.
По звукам совпадает. Тут несколько, три здоровых базы. Блин, это меня так слышно, как я плыву, жесть. Я спалюсь, конечно. Тут вроде целое все, может быть вот эту. Аниме. Но тут вроде тихо все. Тут бы кирками сейчас работали или хотя бы ходили. Может быть это они кого-то рейдят. Их база здесь просто. И рядом кого-то рейдят. Светает. Ну нет, не их, короче. Ух, тут безопасная зона. Типа лошадей можно купить, конюшни, охренеть. Турели вон. Я бы сейчас турель бы захерачил. Короче, где-то здесь они взрывали. Хрен знает где. Вертолет еще. Где же взрывали это, падла? Ой, и воздушный шар тут, кстати. Ой, надо осторожно с этим вертолетом. Йо, что это? Это чел, это два чела. Все, мне кирдык. Я даже не знал, что тут челы на такой херне могут летать. Я знал только вертолеты. Они рейдили вот здесь, походу. Блин. Блин, мне жрачка нужна. Пойду в их сторону. Там два, значит, двое. Это они рейдили, походу. Да или нет? Чё за ловушка с дробовиком. Вот, это то, о чем я говорил. Турель. Жесть. Вот это то, о чем я говорил. Бесшумная турель. Причем она меня убила с одного выстрела. Или с двух. Даже я не понял вообще. Блин, а еще тут аэродроп сбрасывают. Ну охереть. Все сразу, да, давайте все сразу, блин. Ну и где ты? Вроде еще не скинул. Скинул. Ладно, схожу за аирдропом тогда. В принципе, у меня там что, ну дробаш. Да, неприятно, но... Но не фатально.
А здесь есть еще аирдроп. Где-то в направлении Т-10 и У-11. Так, ну я в принципе добежал. Сколько я уже аирдропов слутал, ни в одном не было нужной мне взрывчатки. Очень открытая местность. Очень опасно. Что за туман? Две эти хрени как раз бы для рейда двери, но скорее всего не хватит, если она там уже отрегенилась. К бандитам жрачку купить. Где жрачка? Еще даже куплю. Блин, 5 утра, зараза, раст. Это такая, блин, такой засос. Кто-то там с кем-то что-то делит. А патронов у меня в принципе очень много, поэтому я вот так вот сделаю. Будет достаточно. Прямо это. Бушуют. Но в принципе там больше половины снесли эти заряды. Если она сейчас не успела отрегениться слишком сильно, то может быть вообще все шикарно будет. Сейчас посмотрим.
Вроде у меня есть еще время. Опасно ее сейчас брать, надо подождать, пока затухнет, зараза, осечка. Да, это раст, детка. Но, по крайней мере, я хотел попасть за эту дверь, и я попал за нее. Как говорится, у меня была цель поставленная, я ее выполнил. Никто не сможет отрицать это. Причем вы видели, как я думал, сначала осечка, да, за ней можешь начать лезть раньше. А если бы пролез, то меня бы взрывом убило. Нужно, блин, до конца ждать. Так, нет. Климатор нашел. Опа, не понял, это я, что ли? Там чел! It's me! It's me, don't shoot, it's me! Это не он, их там двое, как минимум. ХП не полная, зараза. Там у одного дробаш опасно. Их там двое или это, сука, один? У него тут где-то турель, он мог забайтить. Дробаш взят. Что там за ад? Бля, тут где-то турель это ебучая. Вот, вот мои, мой, вот мой лут.
зараза, класть. Некуда, только не костяной нож. Блин, чё выкинуть тут эту херню, что ли? Ой, блин, как жалко выкидывать что-либо. Бинокль, я же не могу, я же командир, у меня должен быть бинокль. Зараза, классник. Бля. Нахер такое? Как я стреманулся, когда вот эта херня сейчас. Чувак так и спит. Ну и пусть спит. Фух. Ну. Можно сказать, что рейд прошел у нее, видимо, жрачки нету. Поэтому она медленно едет. Ну-ка, а прыгать она может? Ой. Она устала, а у меня много лута, давайте еще на кого-нибудь. Так. А, уже закончились материалы. Так, еще я же могу печь наконец сделать вот так. Даже две печи. Забыл, что у меня тоже есть одна дверь. Вот. Вот так. И еще одна. Зашибок. Так, ну тут можно перезарядить оружие. Так, один спальник для друга. Точнее, даже два. Я уже не успеем. Там вайб завтра. Два есть. Ну, можно сходить в последний бой. Он трудный самый. Блин, 6 утра. Что происходит? Где я? Смотри, как херачит.
А где моя хилка? Я забыл хилку. О, их двое было, понятно. Еще один с калашом. Один там, я одного ранил, а еще один с калашом был. Или это калаш, или что тут? Где? Погибли от... А, ну, МП, ну, короче... Нет, это то, что у меня было. Что-то я не понял... А где информация от того, от чего я погиб-то? Ну, по звукам это коллаж был, короче. Видимо, ему второй сообщил, я второго не видел, что я в забор, в дырку в заборе пролез. И все. Ну что ж, вот и сказки конец. А кто слушал, молодец.